Так, итак, друзья, всем привет. Я Евгений. Вот я, значит, привет. Приехал к нам, значит, инкубатор. Вот такой вот здоровенный. Свет плохо, это, горит. Вот этот, значит, инкубатор. Он уфи. Включаем свет, все дела. Вот здесь, если все включить, вон. Фух. Открывается он, значит. Вот. Так, тоже он решил видеоролик записывать? Вот, ну, так, короче, это потом позже заказали на 17 число, придет яйцо, будем закладывать сюда 1260 яиц. Так, здесь мы заложили совсем недавно, это блиц норма парка, температура, значит, стоит, яйца. Сегодня, завтра вот в этих двух у нас уже идет вылуп, там он, если присмотреться, есть он наклевы, в этом инкубаторе даже, там уже пищат, но пока не видно. Ну, совсем тихонечко прям пищат. Так, это все три блиц норма парка. 120, 120 и 120. Вот в таких коробках, короче, приходит яйцо. Вот в таких здоровенных, короче. Здесь тоже вот все лотки. Это у нас, значит, Уфи Барс. Такая наклейка. Вот приклеится сюда. Так, ну сейчас будет вылуп, значит, через какое-то время. Сегодня-завтра. Обязательно запишу видеоролик, покажу вам, что и как будет происходить. А этот что-то числа 25-го, где-то 24-го, 25 ноября. А сегодня, не помню, 12-е, по-моему, ноября или 11-е. Вот. Нет, 12-е сегодня. Завтра 13-е, сегодня суббота. Так, а вот это новинка. Он пришел буквально недавно, весит 120 килограмм. Мы его кое-как, короче, затащили. Вот. Водяное охлаждение через такую миску идет. Открываем. Поворотная штука, форсунки. Вот такой вот вентилятор стоит. Не знаю, будем пробовать. Еще ни разу не пользовались им. Хотим попробовать, как оно будет. Будем обязательно оставлять отзыв по поводу вот этих инкубаторов. Я видел в интернете, многие говорят, что не очень. Но, если честно, у нас уже неоднократно выводились и индючки, и бройлеры, а вот здесь сейчас у нас все несушки, короче, сидят. Вон, слышно даже, в этом инкубаторе там пищат. Ладно, будут выводиться. Я обязательно сниму, покажу.